Здравствуйте, дорогие подписчики. С вами Женя, я координатор СМИ направления. За нами, как видите, снежок, значит, наступила зима. Сегодня хочу дать 3 совета, как не замерзнуть в такую холодную, грустную и тоскливую погоду. Часто ли у вас наступает дрожь во время холодной погоды? Вы просто стоите и вот так вот трясетесь, вот максимально. Что нужно сделать? Как сказал КМС по тэквондо, он жил в Арктике, и он дал советы, как согреться. Нужно, вы не поверите, что он сказал, максимально расслабиться. Если вы расслабитесь, то вам станет намного легче. Вот вы просто расслабились, и все, вам хорошо. Вы больше вот так вот не трясетесь. Все будет замечательно, супер круто. Следующий совет – это не делать физические нагрузки, потому что при физических нагрузках вы еще больше будете отдавать тепло, вы вспотеете, еще сильнее замерзнете. И третий совет, который я могу вам дать, если вы почувствовали, что вам холодно, сразу направляйтесь домой, пришли домой, разделись, под кроватку легли, горячий чаечек, покушать вкусно, плотненько, горячую еду, супчик можно даже навернуть, чтобы вот внутри все согрелось. Если внутри все согреется, то оно снаружи все отдаст, вот так просто. Это были советы, как не замерзнуть, дорогие товарищи. Счастья, радости, удачи, не болейте, будьте здоровыми. С вами я, Женя, всем пока.